Всем дорогие друзья, с вами я, Дедли, и сегодня со мной лысый Беннимен. Поздоровайся. Всем доброго времени суток, и сегодня со мной мой коллега Дедли. Спасибо за слово. Да, и вот мы тут немного начали эксперименты проводить. Вот тут есть карликовый такой вортигонт и типа такой длинный зомби. Да, и вот мои помощники, этакие Всевумен и Ундерштайн. Поздоровайтесь. Да. И они говорят телепатически, потому что это рождение моих генетических изменений, а я ее отправил в KFC, сделал Ундерштайн. А вот это вот карлик, он постоянно толкается, так что если к нему подходишь, он так делает. Козел. Он так вот толкается. Говно! Да, Ну что ж, мы начнем проводить эксперименты, сейчас мы пойдем в нашу лабораторию. KFC Woman, иди за мной. Так, вот и наша лаборатория, то есть здесь стоит компьютер, здесь стоит водичка, если попить, и здесь такой большой компьютер. Зачем ты ее жируху притащил? Да KFC Woman. Она хотела посидеть ВКонтакте. Ну, короче, вот, нам надо начать проводить наши эксперименты. Для этого мы будем использовать оружие волшебное. Да. Созданная с помощью химии и науки. Да, так что пойдем сделать новые изобретения. Да, наше оружие создано из науки и сделано из математики, физики и химии. Так что вот, то есть, давайте мы сейчас начнем. Хочу сделать летающего негра. Да, сейчас мы начнем первый эксперимент. Это летающий негр. Да, полет негра на Луну. Сейчас мы создадим ракету. И подготовим нашего негра к полету. Да. Сейчас мы отключили столкновение. И у нас работает ноклик. Только меня просто спрайт. Так, а сейчас мы должны заспавнить негра. Вот заспавним это, которого инвалид. И заспавним еще. Зачем ты заспавнил инвалида? Ему нельзя лететь. Нет, он ему можно. А он, короче, он подписал документ, что он не инвалид, тогда это ты видел. Да. Так, не надо Ундерштайна засунуть внутрь. Ундерштайн, зачем тебе Ундерштайн? Ундерштайн должен полететь на Луну вместе с ним, как Ну ладно, сейчас я выключил столкновение, только все, теперь можно. Ага. Так, все, Ундерштайн залез внутрь. Угу, так, он готов к полету. У меня фон упал! И как вы видите, мы находимся на месте взлета ракеты. Сейчас тут полетит инвалид, который считает, что он не инвалид, и Ундерштайн. Да. Запускать ракету у нас кто будет? У нас будет запускать ракету KFC Woman. Посмотрите, какая она радостная. Как она рада этому полету. Вот она, рада. Она впервые видит, как взлетает ракета. Давайте понаблюдаем за этим прекраснейшим процессом. Ну что ж, да, давайте понаблюдаем. Да. Раз, вы не два, в кадре, коллега. Черт. Раз, два, три. Залп! Кто-то вывалился из корабля! Это инвалид! Это инвалид! Нам нужно идти спасать его! Что-то пошло не так! Я пойду спасать Ундерштайна! Ундерштайн! Нет, Ундерштайн! Ундерштайн вылетел из корабля! Ундерштайн, я ловлю тебя! Нет! Я словил Ундерштайна! Блин, чёрт, космическая программа отменена. Я должен его возродить. Я должен это сделать. Я пойду, не надо его возродить. Бойся, инвалид, я тебя спасу. О боже, мы добыли. Боже мой. Да, нам мы доставили его. Нам нужно его спасти. Мы должны надеть этот скафандр ему на голову, чтобы оживить его. Шторм, быстрее. Нам надо поднять его. Чёрт! Вы его разбили, о нет! Последний скафандр был уничтожен. О, черт, вселенный арбуз. Нет, вот я нашел уже. Еще один скафандр, нам надо надеть ему на голову. Стойте, подождите, мне нужно сначала отключить столкновение! Черт, священная баночка была сломана. Я отключил столкновение, теперь оно не разрушится. Теперь нам надо надеть ему это на голову. Вам не кажется, коллега, что она слишком велика для его головы? Не бойтесь. Теперь нам надо это все прикрепить. Так, мы прикрепили ему все это дело. Теперь он должен вроде бы жить с ней. Короче, вот так вот. Он жив.
Так, нам нужно ему дать священный арбуз. Он... Давайте, нам нужно делать разряд. Он должен дышать. Так. Да. Это... Нам надо сделать так, чтобы он видел все. Нам надо сделать волшебное. Иллюминаты, спасайте. Волшебное дело. Ой. Скафандр, нам придется использовать арбуз. Нам нужен разряд. Давайте разряд. Расшивляем его. Разряд. Плюс-минус, разряд. Мы его теряем. Давайте. Сила иллюминатов не помогает. Я знаю, что нужно. Нам надо одеть ему арбуз на голову. Не помогает. Рано. Быстрее, арбуз на голову. Разряд. Последний разряд. О, черт, что у него на руке? Мы должны сделать из него суперсолдата. О, черт, похоже, он оживает. Он оживает. Он ожил. А, что? А, меня убил он. Машина. Черт, это наш старый корабль. Он... Мой. Черт, нам нужно его остановить. Делал. Мы создали суперсолдата. Что-то происходит. Я боюсь зайти в лабораторию. Черт, Ундерштайн! Ундерштайн, я должен его спасти. Олега, что здесь происходит? Ундерштайн, оставайся здесь. Ты должен его остановить. Я должен забрать КС-ку. Спасаем КС-ку. А-а-а! Черт, КС-ка, она должна быть целой. Нет! Он вырвался наружу! О боже мой, наружу! Он устраивает депотаж. Черт, я должен его поймать. Где он? Нет. Черт, он и летает. Нам нужно его поймать, черт. Уничтожит мир. Черт, ловь его. Нам нужно оружие. Много оружия. Нам надо его сбить волшебным образом. Черт. Военно-воздушные силы разных стран пытаются по нему попасть, но это безнадежно. Он быстрее всех ракет. У меня есть оружие, которое может... У меня есть это оружие! Олега, смотрите, что у меня есть! Мне нужно поймать его. Где вы? Олега, стойте, вот я тут! Где вы? Опа, давайте, стреляйте, мы должны его остановить! Где он? Я не знаю, я его потерял из виду. Где он? Нам нужно найти его. Где он? Чёрт! Он не должен быть под водой. Он может быть под водой. Но он не должен, давай, нам нужно найти его. Вот он, я его вижу, он летает в небе. Коллега, стреляйте, он в стороне дома. Он врезался в дом. Ядерный взрыв. Все кончено? Возможно. Черт, какие-то дымовые шашки летают. Он еще живой! Где он? Да вот! Он не уничтожается! Я его не... Гиперсолдат не победил! Нам нужно его остановить с помощью Финсгана. Нам нужно поймать его. Я должен его поймать. Он упал! Я его поймал! Мы поймали его. Все, несем. Мы поймали, нам нужна клетка. Быстрее, создавайте клетку, клетка. Коллега, создавайте клетку. Да, быстрее, создавайте клетку. О, черт! Черт, он ожил! Быстрее, держите его! Нам нужно сунуть его в клетку. Держите его, коллега, держите его. Стойте, коллега, нет! Боже мой, что нам делать? Я поймал его, коллега, нам нужно его засунуть внутрь. Давайте, одевайте его. Суйте его, вставляйте. Я не могу понять, внутри он или нет. Чёрт! Надевайте на него. Таскивайте, давайте. Есть! Мы поймали его. Мы поймали его. Теперь этот монстр не навредит миру. О боже мой. Мы смогли справиться с этим, коллега. Мы сделали это. Посмотрите, что с этой женщиной. И всего мы до сих пор находится в ахере от всего увиденного. В этих глазах можно увидеть... Можно увидеть, да. В этих глазах можно увидеть печаль и раздробие мира. И сегодняшнее изобретение мы создали самую быструю машину времени, самую быструю машину времени, которая еще и машина скорости, и она развивает скорость 88 километров в час. Да, это... даже по моему взгляду можно узнать то, что эта машина очень быстрая. Посмотрите только в мои глаза.
смотрите на них. Так, ее будет тестировать наш мой помощник Ундерштайн. А пока его просветляет Кейси Вумен, мы постараемся запустить его. Давайте сделаем. Ну что ж, камеры. Да, давайте вот начнем вот. Обратный отсчет. Да, и мы сделаем, чтобы в принципе. Проверить вот эту машину. Давайте 5, 4. По идее, он должен проехать 3. По этой дороге. Смотри, смотри. Да, вот тут такая, короче, дорога. И он должен телепортироваться во времени. Да, он должен развить 80 км в час. Ну, то, 88. Что мы сделали такую машину, то есть она по-любому должна развить. И, кстати, да, теперь у меня тут есть появился фон. Много отошли от темы. Да. Я волшебным образом его зафигарил. И снова у Дэдли говорит всякую несуразицу. Но мы должны видеть. Да. Ну что ж, давайте начнем. Да, давайте мы должны видеть. Приступим к этому эксперименту. Да, давайте. На счет 3. Да. Раз, два. Три. О! Где я? Машина телепортируется во времени. Ундерштайн, что с тобой? Ундерштайн! Я еще забыл напомнить то, что машина управляется с лобового стекла. С капота. Нет, Ундерштайн. Ундерштайн, мы спасаем тебя. Меня убила машина. Мы должны поймать ее. KFC Woman, как вы? KFC Woman, что с вами? Кажется, KFC Woman все в порядке. Наверное. Она телепортируется во времени. Да, он телепортируется во времени. Нам нужно... Смотрите, что стало с тем подопытным. Смотрите, что стало с этим суперсолдатом. Он смирился. Да, он понял то, что это безнадежно. Но черт, кажется, это не перемещение во времени, это уничтожение вселенной. Он сейчас откроет черный портал, и это будет черная дыра, и тем самым уничтожит вселенную. Боже мой, что он творит? У меня 5 фон отклеился. Нам нужно остановить его. Черт, мы должны что-нибудь поставить. Чайник. Чайник? Вы уверены, чайник, что... он делал столько хуже. Пока вы уверены, он... что чайник спасет меня? Черт, Ундерштайн. Ундерштайн, мне нужно спасти его. Черт возьми, что вы делаете? Боже мой, черт. Я остановил его. Ты остановил его? Это прекрасно. Я должен сесть туда. Держите машину, Ундерштайн. Ой, мой коллега. Нет, подержите машину. Мне нужно сесть и отключить генератор. Держите. Что вы делаете, коллега? Это же опасно. Я знаю. Мне нужно проверить. Так, я не могу сесть. Отпустите машину. Коллега, это же опасно. О, боже мой! Коллега! Коллега! Где машина? Боже мой! Машина, что с ней? Черт, она улетела! Она сейчас... Она приземлилась! Мы создали не машину, а новую ракету! Опа, она перестала работать! Боже мой, что с ней случилось? Я не знаю. Кажись, двигатель отказал. Я не могу в нее сесть. Нам надо отвезти ее в гараж. Попробуйте сесть в нее, мой помощник. Ой, мой коллега. Попробуйте сесть в нее. Нам надо ее закинуть в гараж, чтобы проверить ее. Я не могу в нее сесть. Я тоже не могу в нее сесть. Ундерштайн, это все ты? Ты нет, сел я в нее сел все-таки. Ундерштайн, ой, точнее мой помощник, точнее мой коллега. Смотрите, это машина. Постарайтесь отключить генератор, это должно помочь. И вы готовы? О, нет! Что с вами? Нет! Мой коллега, нет! Я должен помочь вам! Я ничего не вижу, я пересекаю время и пространство! Вы телепортируетесь во времени! Если я отключу машину в перемещении во времени, то меня уничтожит вместе с этой машиной. О боже мой! Похоже, нам нужно сделать крайние меры. Арбузик. О нет, он сломался! Бежим, бросайтесь, кто может! Даже оружие Хачей не сможет остановить. Да, но возможно часы Линкольна. Часы Линкольна сделают намного хуже. Нет! Стой! Нет! Нет! Перемещение! Нет! Ты должен сесть на синюю полосу, чтобы телепортироваться во времени. Нет! Я не смогу! Я не могу тебя поймать! Нам нужно остановить эту херь! Ты остановил машину! О боже мой! Ты можешь управлять ей! Я отключил генератор. Коллега, вы смогли это сделать? Да, я знаю. Только вы меня забыли. Я открыл новые возможности.
Коллега, стойте! Коллега, вы меня сдавили. Какие черт возьми образом? Я должен попробовать сесть. Что вы делаете, коллега? Я хочу сесть в этот корабль. Неужели я не смогу сесть в него? Вы что ж, вы делаете, ёптать. О, нет, коллега! Где вы? Коллега! О, машина остановилась. Это как бешеный бык. Смотри, машина стоит на стене. Она нарушила все законы физики. Ундерштайн, слазите оттуда. Ундерштайн, слазьте. Нам нужно это заскриншотить. Потому что нам же не поверит никто. Хотя, кто хер кто догадается, что это стенка. Да уж. Интересно, а что будет, если я в нее сяду? Вы уверены? Я не могу в нее сесть. Почему-то я могу. Что с вами? Я не знаю, я пробил, кажется, временно континуум. О, нет, коллега! Коллега! Где машина? Машина выехала! Временного континуума все начинает разрушаться! О боже мой! Чтобы остановить, нужно активировать ядерную бомбу! Чтобы это остановить, вы правы. Но для начала... Вот она! Стреляй! Я остановлю тебя! А-а-а, я сухарь! А-а-а! Бежим! Ядерная волна, она меня прижала! Мы остановили машину или нет? Я не знаю, нам нужно ее найти. Черт, что произошло с Ундерштайном? Я очень сильно переживаю за него. Он мне должен 5 центов. Нам надо войти в дым. Их нету! О боже, они телепортировались во времени. Кажется, ядерный взрыв повлиял на перемещение во времени. Это значит, стресс. Что... Что случилось? Я зашел за угол, на меня напала какая-то хрень. Боже мой. Смотрите. Что это? Я вижу нашу машину, но... Почему-то все детали разбросаны. Ундерштайн, вы живы? Вы живы, Ундерштайн? Похоже, да, у него глаза открыты, да? У него глаза открыты, да. Все, значит, все с ним будет хорошо. При перемещении машина развалилась на части. Ундерштайн, ну-ка иди за работу. Так, машина, с ней все в порядке. Я не могу сесть в машину. Черт, что, все детали разбросаны. Хм, интересно. Экзибит был бы разочарован. Да, мы создали такую машину времени. Они на мгновение смогли пропасть, попасть в прошлое, но потом они вернулись с хорошими вестями. Ундерштайн принес оттуда ракету. Наверное. Они, наверное, переместили в прошлое, когда мы начали создавать эту машину. Наверное. И потом мы начали тестить ее, но... Смотри, Ундерштайн принес ракету. Все болты были откручены. Это может обозначать только одно. Что? Он открутил болты этой ракетой. Ундерштайн, ну-ка дай мне ракету. Ну... И посмотрите внимательно на руку, она просто вживлена. Боже мой! На меня напали! Мой коллега, на нас напали! А, черт возьми, это может обозначать только одно! Это Smoke Weed Everyday? Нет. А что это? Здесь замешаны... Силы времени. Здесь замешана сила времени? Да. О боже. Ундерштайн спас свою жизнь, и тем самым он спас наш мир. И спас науку. Да. Но это тебя не останавливает, я не знаю, что ты пойдешь в отставку. Пойдем. Да. Тебя еще ждет много других испытаний. Ты выглядишь даже целеньким. Да, так что все нормально будет с тобой. Мы с моим коллегой решили телепортироваться во времени. Черт, я свои очки потерял. Черт. Где мы? Что происходит? Мы телепортируемся во времени. Я за пределами корабля. Мы попадаем в неизвестную задницу. О боже, черт. Боже мой. Что происходит? Я не знаю. Давай на... Телепортатор показывает там что-то. О боже, кажется, мы прилетели. Смотрите, тут какой-то портал. Смотри, мы прилетели, давайте посмотрим, где мы. Вылази. Я застрял в текстурах. Я вылез. О боже, кажется, это время заканчивания видео.
Да, мы пришли к заканчиванию видео. Так что давайте не будем нарушать традиции. Так что я достал свою АП-камеру и сделаю это. Да. Я должен закончить. Да. Ну что, ребята? Время подходит к концу, и телепортатор уходит, о боже! О, черт, мы остались в конце видео навсегда! Нет, телепортатор! Ой, нет! Ну ладно, нам нужно закончить серию, иначе произойдет пространственно-временной континуум. Да, ребята, ладно, спасибо, что смотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите посмотреть плейлисты с веселой игрой в Гриспо, то можете... Зайти по ссылке, ладно. Всем пока, мы пойдем. Время. Помогите. А также ты сможешь увидеть различные анимации и интересные летсплей по Гаррисмоду. И подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. И поставь лайк под видео, я буду очень этому рад. А так, удачи и береги себя.